Сейчас я просто попробую забрать еще. Сейчас. Просто хочу снарягу дома оставить, чтобы все было по-человечески. Итак, сюда я сложила оружие, значит. Вот это убираем, 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 убираем. И не помещается. Хорошо. Инструмент лишний. Здесь. Потом вот сюда тоже оружие или инструмент. Это у нас тут дерево. Ага, ага, что еще? Что еще? Сюда. Так, так, так. Лишнюю медовуху. А, значит, смотрите, для щитов и луков наверху сделала. Щиты. Щиты, щиты, щиты. Со щитами все в порядке. Так, ем. Есть. Ага. Луки здесь у меня, значит, сюда. Здесь, значит, стрелы. Вот это убираем. Это что? Кремниевый, это что? Железный. Кремниевый. Кремниевый, кремниевый. Ясно. Угольные сделали. Здесь всякое что не влезло. Не под какую категорию. Это убираем. Итак, одеваем. Не знаю, как его победить пока. Буду пробовать, не знаю, может быть. Может быть, какое надо оружие, я... Какой урон? Стрелу, прикиньте. Я увидела стрелу.
Слушайте, а я сейчас просто вот так вот делаю, и просто передышка. Просто передышка, потому что это какая-то жесть. Здоровье побольше, эту... Да, сейчас, 25 секунд. Фух. Слушайте, ну топор надо. Какого уровня топор? Второй. Надо бы прокачать, а у меня не хватает железа. Железо там на кораблике, вернее, он там в сундуке валяется. Я его еще никуда... Не это самое, не то самое. Так, 1 и 18 поехали. Так, отлично. Отлично. Вполне. И готовы. Выходим. Выходим. И обратно. Слушайте, ну это прям... опять скажут, что это читерство. Я просто боюсь, что она портал сейчас раздолбает, и мне потом не добраться сюда будет долгое время. Давай. Ну что? Действует же еще. Давай. Так. Паром-то получше будет, давай. Давайте еще разок попробуем. Что? Слушайте, у меня тут скелеты залезли туда наверх и гранят мой портал. Вообще все, пиздец, это вот впервые так. И кто туда закинул, как они вообще туда запрыгнули? Они же прыгать не умеют. Видимо, мерзость ударила по земле, и они туда забрались. Блин, это вообще, конечно. Я сейчас чисто ради интереса попробую их оттуда спихнуть, потому что пока еще портал работает. И, наверное, я все-таки приму что-то эдакое. Так. Пока портал-то еще вообще в силе, пока еще он работает. Пошли стряхивать оттуда всех. Если они все еще там, выжимаю сразу. Убирайтесь, вас вообще должно быть. Блин, я подобрала случайный предмет, и теперь смогу телепортировать. Блин, это, конечно, да. Там верстака теперь нету, да? Верстак бы надо стало шмать. Они сейчас, может быть, там отойдут. Трофеи и со всем остальным. И сюда. Так, я не делала короче. Ага, 10 я подобрала. И теперь мне нужно с собой взять сейчас. Блин, вот, ну, сейчас, короче, время мне туда идти. Сейчас опять я буду так делать. Сразу мне надо выбрать верстак, чтобы я там его сделал.
Жуть какая мерзость. Подальше она отошла, что ли. Фуф. Ну и, в общем-то, что могу сказать? Что делать? Как будем? Так, у меня там, конечно, еще сундук. Ну, я даже не успею, наверное, сложить туда. А, нехай так валяется. Никуда не денется. Блин, только вот буду все время подбирать этот металл. Ладно, давайте, пока у меня запалка принесет. Так, а может у меня есть что-то для починки моего топора? Слушайте, 7 металла, а там, наверное, надо 10. Чтобы его улучшить, наверное, надо 10. Вот, сейчас посмотрим. Железный топор. О, 20, тем более. Ну, короче, вы поняли, да? Давайте все отходим от портала. Очень сегодня все. Надо как-то мне эвакуировать железо оттуда. По-быстрому, очень быстро побежать до корабля. Привезти его, скрафтить себе крутой топор. Ну и, наверное, тогда уже побеждать. Но на сегодня, пожалуй, хватит с меня.